Стоит ли доверять синоптикам в Сочи, господа? Они обещали туман, дождь, а в оконцовке солнце. Это нормальная история абсолютно для Сочи. Я рад вас приветствовать, дорогие мои. С вами, как обычно, ваш покорный слуга Дмитрий Александрович, консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Низкий вам поклон. Что такое немецкий квартал? Немецкий квартал – это, конечно же, не только статус жилые помещения, это еще и статус квартиры, это еще и определенные, конечно же, трудности. Ну, для Сочи это нормальная история с парковкой. Они везде, собственно говоря, такие трудности. Но, тем не менее, мы имеем здесь и немножечко детских площадочек, и жилье статусом квартиры. И, в принципе, достаточно бюджетное жилье в неплохой локации. Потому что мы выехать можем и в сторону транспортной, и, соответственно, Яна Фабрициуса. Ну, в общем, все достаточно у нас с вами, господа, удобно. Вот, поэтому, что я вам хочу сказать? Я хочу вам сказать, что, в принципе, ну, кому-то это приемлемо, кому-то неприемлемо жить в таком жилье. Кто-то считает это максимально бюджетным жильем, кто-то считает среднего класса жильем. Для кого-то, кто здесь купил квартиру, это жилье высшей категории. Поэтому у всех все по-разному. Мы зашли сюда на ремонт. Интересно, взяли двухуровневую квартиру. Точнее, мы сделали из нее двухуровневую квартиру. И сейчас я вам покажу, собственно говоря, что у нас там происходит. Семья, привет! Мы с вами опять находимся в немецком квартале. Это улица Водораздельная в районе Транспортной и Фабрициуса. Здесь у нас квартира, площадь 30 квадратов и вверху 20 квадратов. Значит, здесь у нас что? Сделана разводка электрики, в верхней части в гофре. Значит, что сделано? Здесь у нас поквартирное газовое отопление, установлен котел Бакси, вся система отопления и воды сделана, собран коллектор на 4 зоны. Дополнительно поставили насос, чтобы у нас тепло было на втором этаже. Поштукатурили. Сейчас заказали классную дверь, толщина десятка. Вот ждем ее привезут, ее поставим, и тогда уже в этой части тоже сможем заштукатурить. Сделали проем на второй этаж. Сами делаем лестницу. Вот оставили, чтобы у нас закладная для лестницы тетива была именно не в стяжке, а как положено в монолите. Приступаем на днях к выполнению данной лестницы и шпаклевки этого помещения. И фактически у нас будет закончено, это все дело пошпаклюем, черновой ремонт будет выполнен полностью. Николай, с учетом того, что у нас получилось по низу, по полу 30, вверху еще после того, как мы произвели демонтаж, собственно говоря, там, ну, чердачные все эти моменты перекрытия и так далее, оказалось еще 20. За сколько мы по срокам вылазим? Мы в месяц лазим фактически. Полностью, да? Да. То есть и первый, и второй этаж. Да, все как обещаем, так и делаем. Здесь еще две спальни, чтобы вы понимали. Две спальни. Две спальни. Кто следит за нами, кто знает. Тут еще две спальни у нас получились. Причем нормальные такие спальни. Я вам хочу сказать. Ладно, хорошо. Там у нас тоже получается это. Там санузел, он на цементной основе поштукатурен. Тоже везде залит, теплый пол сделан и залита стяжка. Да. Хорошо, вот в течение месяца укладываемся. Все как обычно, все стандартно. Дорогие мои, ну вы все прекрасно видели. В принципе, осталась у нас только шпаклевка. И, в принципе, предчистовой ремонт готов. Дальше будем делать чистовой. Я вам напоминаю, что к Дмитрию Александровичу по номеру телефона в левом нижнем углу экрана в любую секунду набирайте и говорите: Дмитрий Александрович, хотим вот в таком-то ЖК купить себе жилье. Дайте нам просто отличную цену. Нам дали вот 10 миллионов. Я дам вам 9900, 9800. За дом вам дадут 20 миллионов. Я дам 19500. Просто наберите мне, скажите мне, что вы хотите купить, и я для вас это сделаю. А так ремонты мы продолжаем. 15 тысяч метров квадратных. Это с предчистовым материалом полностью под ключ white box. И от 8 тысяч чистовой. Дизайнерский ремонт мы тоже делаем без каких-либо проблем. Просто цену вы увидите, соответственно, в оконцовке, в смете, вы понимаете, она не может составлять 8 тысяч за метр квадрат. Я вас крепко обнимаю. Все социальные сети у нас в описании к каждому ролику. Вся информация тоже там есть. По строительству, ремонтам, доверительному управлению. Если вы хотите сдать свою квартирку посуточно, помесячно, просто наберите мне и скажите, что да. Рейтинг будет бежать 10 из 10. Я вас подключу к Оксане, которая у нас в команде. И все будет высшим пилотажем. Я вас крепко обнимаю. Всем счастья, здоровья, любви. Пока-пока. Пока, семья. Пока.